Так, ну, собственно, сперва мы заходим на сайт Xiaomi, заходим в обновление, вот сюда вот, дальше выбираем необходимое нам устройство, радар-детектор, выбираем тип радара, у нас он сигнатурный, и здесь можно уже либо обновить прошивку, либо обновить сами базы камер. Нас сейчас интересуют базы камер, выбираем наше устройство G800, и здесь уже описана инструкция, как, собственно, все это делать. Скачиваем эту базу, она довольно маленькая, быстро качается, и подключаем наш радар-детектор прямо по USB вот, с помощью кабеля в наш компьютер. Так, устройство наше обнаружено, но пока еще не ожило. Так, наверное, надо запустить софт, чтобы запустилось. Сейчас посмотрим, что нужно сделать. Так, здесь, значит, есть такая вот программка. Идет при скачивании, вы запускаете. И жмете загрузка, чтобы загрузить все базы. Так, не обнаружен радар-детектор. Странно. Ну давайте еще раз переподключим, попробуем. Так, вот, собственно, побежала загрузка. Нужно было просто переподключить заново радар-детектор, чтобы он обнаружился, и пошло все. Так, загрузка завершена, вроде пишется. Все, мы обновили, похоже, базу данных. Он у нас не моргал, ничего не показывал, просто обновилось и все. Собственно, вот все обновление.